Ну, спасибо, в первую очередь, за поздравления. И я благодарен нашим футболистам, что, несмотря на то, что, в принципе, поле не позволяло как бы показать добротный футбол, я думаю, все равно была игра очень-очень тяжелая и была очень напряженная, особенно в первом тайме. Мы забили очень быстрый гол, так и, в принципе, настраивались, чтобы агрессивно сыграть и не дать инициативу вначале. Когда мы забили, в принципе, потом уже как бы отошли в первом тайме. И за счет таких навалов, там, длинных передач, там создавались такие моменты в наши ворота. Но слава богу, что мы в защите сыграли надежно. Это тоже немаловажный фактор. А втором тайме, ну, вы сами видели, что абсолютно полностью контролировали игру. Забили еще два мяча и могли еще больше забить. В общем, я, конечно, доволен. И еще раз я поблагодарю нашим футболистам за самоотдачу и за такой красивый результат и красивую игру. Спасибо. Спасибо за комментарий.